относительно вопроса товарищей из Турции. Каково правильное намерение в выполнении Торы и заповедей? Правильное намерение в выполнении Торы и заповедей — то, что я хочу доставить наслаждение Творцу. А где мне найти силы, чтобы прийти к этому истинно? Подумай об этом и попроси Творца, чтобы Он дал тебе силы выполнить это. И так я приду к истине? Да. Так, а что такое истинное раскрытие, чистое намерение? Чистое намерение — это насколько я измеряю ее, его и чувствую, и вижу, что это оно чисто от каждой формы эгоизма.